Я, когда проезжаю эту церковь, как будто я уже еду и себе задаю вопрос, а зачем я еду, зачем я работаю, с какой целью я это делаю, потому что как бы отчитываюсь, а может я впустую ради своего там удовольствия куда-то еду или трачу время, не стоит тратить время. Так это, мне лично эта церковь помогает, когда я проезжаю и еду далеко в дорогу, как будто меня провожает кто-то родной. Хорошие праздники, в церковь не зайдешь. И даже там рядом постоять нет места. Много молодежи. И что интересно, всех национальностей. Интерес к религии идет от того, что человек уже больше получает информацию, и эта информация задает, то есть дает основание задавать вопросы. То есть, что такое человек, что такое мир. И он спокойнее себя чувствует, когда есть ответы на эти вопросы. Как человеку, который ведет за собой других, имеет средства, который, конечно же, в зоне обстрела разных людей и в зоне требований. Одни требуют, одни считают, что они ущемлены в каких-то правах, другие считают, что с ними несправедливо поступили и прочее, прочее, прочее. Вот как этому человеку сохранить в себе веру?